Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Этих людей уважают за высокие нравственные принципы, чувство справедливости, порядочность и гражданское мужество. Обладателям этого имени не следует забывать, что в большинстве случаев они лишь игрушки в руках слепого рока. Нужно вовремя остановиться и не наделать фатальных ошибок. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Согласно нумерологии, люди с этим именем являются ярко выраженными исследователями всего окружающего. Обычно они неплохо преуспевают, либо их преследуют неудачи, причем изменить и то, и другое является весьма непростым делом. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.